Так, значит, неизвестный мужчина, 30-35 лет, труп обнаружен на берегу реки около рыбацкого домика, рядом с поселком Киндерина. Он же вроде Кузьмич хозяин домика, у него спросите. Да ищут, Кузьмича пропал куда-то, а кому этот домик свой сдал на выходные, неизвестно. Но вот это вот точно не Кузьмич. Да я знаю, я же на трупе был. Так, значит, задача, понять, криминально это смерть или нет, ну и установить личность. И самое главное, следователь не будет, я за него. Ну что, если надо, выясним, да и установим. Наташенька. Да? Можешь начинать. Хорошо. Как, Сергей Юрьевич, я думал, что вы будете, Наташа, без обид, конечно. Ну, Олег, ну, давайте, не волнуйтесь, а Наташа у нас справится, я ей продиктую. Угу. Давай помогу, специалист. Да, и карман там проверьте получше заодно. Вдруг что-нибудь завалялось. Я могу. Че, можешь карман проверить? Могу опознать труп. Это мой муж. Волков Виктор Иванович. 86-го года рождения. Проживает Заречное, 4. Жена. У тебя на шатырь. Дыши, 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 дыши. Ну, как ты? Ну, все нормально, я могу продолжать. Ну, куда продолжать? Нельзя тебе. Пойдем, пойдем, Наташка, я тебя провожу. Пойдем, 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 пойдем. Тебе домой надо сейчас. Давай, 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 давай. Аккуратно, аккуратно. Как ты, котенок? Как бабушка? Симпатичный городок, да. Мне обещали школу для тебя хорошую найти. Эй, красотка, дай номерок! Папа звонил? Чего зазналась-то? Паркуйся тут! Кто? Ну хорошо, пусть идет, пропустите. Так вот, выяснилось, что погибший муж старшего лаборанта судмедэкспертизы Натальи Буковой. Нашей Наташи? Нашей Наташи. Вы представляете, ты ж полковник, она его прямо на столе сама опознала. Представляю. И от чего он? Обширная черепно-мозговая травма. В крови обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Умер в пятницу вечером. Пьяная драка. Да не похоже. Уткин сказал, что оборонительных травм не обнаружено. Я думаю,
Ну, что лодку вытащил на берег. Пьяный. Поскользнулся, там оступился, ударился головой об лодку и все. Хорошо, еще от чего мог? Не, ну могли теоретически, конечно, толкнуть, а потом смерть замаскировать под несчастный случай, но это вряд ли. Вот что, капитан, вы с Парфеновым все очень тщательно проверьте, чтобы прокуратура не придралась. Понял? Да, слыхал я про этого Бокова. Конечно, мутный был тип. Мужа себе Наташа нашла, конечно. Да-да. Товарищ полковник, разрешите? Да, здравствуйте. Старший следователь Следственного комитета Ардова, Ира Васильевна. Буду вести дело Бокова. Очень приятно. Как? А Парфенов? Я Баженову позвоню, все узнаю. Ну что ж, Кира Васильевна, знакомьтесь, оперуполномоченный капитан полиции Вебер. Именно он будет работать с вами по этому делу. Олег Иванович. Очень приятно, Олег Иванович. Можно ознакомиться с документами дела? Разрешите идти? Да, конечно. Идите. Олег Иванович, я хотел бы съездить на место происшествия и поговорить с Давой Боковым. Я не знаю, зачем вам туда ехать. Мы с Парфеновым там были. Картина достаточно ясная. Боков упал с высоты собственного роста и ударился затылком. Я привыкла все видеть своими собственными глазами. Я жду вас на стоянке. Откуда ты взялась такая? Привет еще раз. Ардова была у вас? Алло. Алло, Иван Андреевич. Да-да. Была, познакомились. Будет работать в паре с Вебером. Ой, отлично. А откуда ее перевели? Из главка. Из Москвы? Из центрального аппарата. О, какие к нам кадры. Какое пополнение. Поздравляю. Да, такие кадры нам не помешают. Ладно, хорошего дня. А вы что ж, Кира Васильевна, на своем лимузине собрались ехать? Да, а что? Ну, как-то ярковато для нашего города. Ну, если моя ярковато, давайте поедем на вашей. Ну, поехали. Как вам наш городишко? Хороший. Тихо, спокойно. Ну вот именно что. Тихо. Никаких убийств. Только грабежи и хулиганство. Прям-таки никаких убийств? Нет, ну, конечно, бывают самоубийства, несчастные случаи. Но так, чтобы прям умышленных, нет. Развернуться негде. В смысле развернуться? Ну, в смысле карьера. Карьеру у нас не сделаешь. А я сюда не за карьерой приехала. А-а-а. Ну, тогда любуйтесь нашими местными красотами. Хорошо. Приму за совет от человека, который застрял в должности капитана. Ну вот, подъезжаем уже. В этом поселке Боков и жил. Это у нас что-то типа вашей Рублевки. Нулевые наши олигархи себе дома строили. Значит, Боков был олигархом? Ну, по меркам.
нашего городка, да. Олигарх местного разлива. Ну вот, приехали. Хороший дом у Натальи. Да и семья тоже хорошая. Была. Привет. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Ардова Кира Васильевна, Следственный комитет. Наташ, мы тебе пару вопросов зададим. Конечно. В дом пройдете? Как сама-то? Нормально. Павлику сказала? Я не знаю, как. Понятно. Привет, художник. Здрасте, дядя и тетя. Привет, Павлик. Нам ребенок не помешает? Думаю, нет. Пройдемте на кухню. Наталья, расскажите нам, что было в пятницу. Да, все как обычно. Витя собирался на рыбалку на выходные. Он и о домике с Кузьмичом договорился заранее. Он часто туда ездил? Да, часто. Зимой реже, а летом вообще почти каждые выходные. Говорил, хочет побыть в тишине, разгрузиться. Угу. А вас с собой туда не брал? У меня ребенок. Хозяйство. А в пятницу его повезла Галина. Это его мама, она здесь живет рядом. Ее машина сломалась, и они на наши поехали. И вы остались дома одна? Да. С Павликом вдвоем. Но забор у нас высокий, и с соседями мы не общаемся. Так что алиби у меня нет. Мам, у нас же все есть. Так папа говорит. А чего нет, купим. А вас не смутило, Наталья Сергеевна, что муж так и не вернулся вечером в воскресенье? Да он обычно в понедельник с утра приезжает. Его местный фермер Мечков забирает. Он за руль не может с утра сесть с похмелья. Я утром отвела Павлика в садик, а сама на работу поехала. Что у вас с губой? Прикусила. В автобусе тряхнула. Ясно? Спасибо. Я осмотрюсь. Наташ, ну, ты держись, с похоронами поможем. Ну, а как тело разрешат забрать, я тебе сообщу. Спасибо. Что рисуешь? Это папа. Так. Это мама. Олег. А это я. Это же несчастный случай, да? Павлик. Похоже на то. А это чудище. Чудище? А ты подаришь мне один рисунок? Берите два. Я себе еще нарисую. Спасибо. Я возьму один. Мне достаточно. Мам. Да? А когда папа вернется? А папа на работе, зай. Он уехал в командировку и вернется не скоро. Но сейчас бабушка придет, будешь с ней играть, да? Да. Пока. До свидания. До свидания. Больше всего в своей работе ненавижу вот такие вот моменты. А вы давно знаете Наталью? Как давно? Сколько она у нас работает, столько и знаю. Видимся часто. Ну, если вы намекаете на то, что... Я ни на что не намекаю. Мне просто нужно знать, есть ли у вас близкие отношения с Натальей. Нет у нас близких отношений. У нас нет деловые рабочие отношения. Я даже мужа ее толком не знал. А если вам нужен опер, который не знает Наталья, у нас, извините, таких нет. А вам не кажется, что она вела себя подозрительно? Нет, не кажется. Она в шоке еще, понимаете? В шоке. Потом у нее характер такой сдержанный. А мне кажется, она что-то скрывает. Она взвешивала каждое слово. Послушайте, нам каждому есть что скрывать. И потом, вы что,
Вы что, правда думаете, что она могла лишить своего ребенка отца? Да я уверен, уверен на 100%, что это был несчастный случай. Ну, выпил мужик, ну, споткнулся, ударился затылком, и все. А я не делал бы таких выводов. Потом я видела заключение экспертов. А я не делаю выводов. У меня опыт и чутье. Или вам мешают близкие отношения с Натальей? Ничего мне не мешает. Ладно. Куда дальше едем? На место происшествия. Слушаюсь, госпожа следователь. Здесь вот, слева, возле лодки, тело обнаружили. А почему вы так поздно обнаружили? Ну так территория-то Кузьмичу принадлежит. Он тут волкодавов содержит. Берданка у него с солью. Ну, местные знают и обходят. Здесь? Угу. А те двое, что полицию вызвали? А, ну это парочка, любовники, через лес шли. Утомились, ну и решили рискнуть напрямик. Смерть наступила в районе 6-9 вечера. И что вы считаете, что он вытянул лодку и ударился затылком? Ну да, я так считаю. Ну, сами смотрите. Вот лодку он вытащил. Пошел. Здесь пригорочек. Ну, равновесие потерял, пьяный, и ударился. Все. В это время еще светло. Почему он решил уплыть? Клев был плохой. Да нет, клев-то нормальный. Слушай, он пьяный был, устал после рабочего дня. А может, он вообще, наоборот, лодку вниз туда стаскивал? Ну и... Ну и как он ударился затылком? Идемте дом посмотрим. Да, трава, следов, конечно, нет никаких. Да, и у лодки, кстати, тоже нет. Да там все осмотрели уже. А вещи Бокова? Так у вас в деле там написано. Ну, рюкзак у него был, в нем две бутылки водки, ну и какие-то принадлежности для рыбалки. Ну что, все, осмотрели, поехали? Нет, еще не все. Записи с камер наблюдения запросили? Нет, вашего приказания ждали. Конечно, запросили. Видите? Следы на коре свежие. Ну и что? Пока не знаю. Слепки протекторов делали? Нет. А зачем? Ну, это машина Бокова, Наталья же сказала. Надо вызвать криминалистов. Пускай сделают. И замеряют высоту от земли. Этого в ваших отчетах нет. Слушаю и повинуюсь. А теперь можем ехать. Ну вот, ее машина. Вот она едет к реке. Ну все, отсюда уже поворот. К домику не видно, потому что камер нет. Так, а во сколько она вернулась? Вернулась. А, ну вот. Вот она возвращается. Ого. Через 2 часа. А что он там делал-то, думаю? Время 17:30. Ну что ж, отлично, есть о чем с ней поговорить. Как ее зовут? Бокова Галина Петровна. В пятницу в 7 вечера я привезла сына к этому домику. А потом уехала.
А почему вы сразу уехали? Вы куда-то торопились? Да, в общем, нет. Я просто не люблю это место. Простите, а вы домой вернулись только через 3 часа. А где вы были все это время? А, вы об этом. Я завернула на ферму к Вале Мечкову. Взяла творог, сметану, как обычно. Вы на ферме провели 3 часа? Нет. Потом я свернула налево в автомастерские, и мне показалось, что мотор стучит. И что? Починили мотор? Нет. Мастер сказал, что дело не в моторе. Галина Петровна, а как жили ваш сын с невесткой? Как жили? Все как у людей. Хорошо жили, только... Только? Наталья слишком балует Павлика. Позволяет ему многое. Я стараюсь вести себя с ним построже, но у меня тоже плохо получается. Я видела Павлика. Он не производит впечатления избалованного ребенка. Может, я пристрастна, как бабушка, конечно. Это обычные отношения свекрови и невестки. А что вас еще не устраивает, Наталья? Да, собственно, мы раньше жили вместе. Потом сын купил мне вот этот дом, потому что Наталья не чувствовала себя хозяйкой. И вы обиделись? Если я обиделась, то совсем чуть-чуть. Потому что я из змеи свекрови превратилась в приходящую бабушку. Так лучше. А куда сейчас прикажете, госпожа следователь? Меня к криминалистам. А вы проверьте алиби Галины Боковой, куда она там ездила. И, пожалуйста, все по часам и минутам. Ну, по минутам я вам не обещаю. У нас городок провинциальный. Минут никто не считает. А самое интересное, Кира Васильевна, что все это стало видно только после того, как сняли слепки. Вот, пожалуйста, один протектор, вот другой. Значит, машины было 2? Точно 2. И проехали они между собой с небольшим интервалом, ну, максимум 2 часа. Дождь шел недолго, и грязь потом быстро высохла. А вы можете со мной проехать, Боковой? Ну, чтобы идентифицировать одну из машин? Конечно. А когда у вас появится подозреваемый, мы сразу вычислим по машине. Вы сказали подозреваемый? А я разве не рассказывал? Трассология показала, что у Бокова слева был удар большим тупым предметом. Вероятнее всего, он от него потерял сознание и ударился о лодку. Значит, версия убийства подтверждается? Однозначно. Сначала его ударили, а потом произошло роковое падение. Ясно. Точно. Заезжала Галина в пятницу. Она частенько у нас продукты покупает. Все же свое, свежее. Творожок, маслица, сливки. Вам-то не надо? Да нет, спасибо, в другой раз. А во сколько это было, не помните? Дайте соображу. Она приехала сразу после вечерней дойки. Значит, около 6. Ага. Понятно. А что, что случилось? Да нет, ничего, информация проверяем. Ага. Кстати, у вас тут, говорят, где-то недалеко автосервис есть. А это как обратно поедете, свернете налево, ага. Тут недалеко. Ага. Ну, а там спросите Виталика. Родственник мой дальний. Понятно. Спасибо. Ну, добро. Значит, подтверждаете, что она здесь была? Сидел за столиком, и все. Выпил кофе. Ну, понятно. Спасибо, вы нам очень помогли. Да, пожалуйста. Игорёнь, слушай, найди там следователя Ардова, передай ей, что в автосервисе подтвердили, что Галина Бокова была здесь в пятницу в 5 часов, просидела 2 часа, никуда не отлучалась. Ну, книжку там читала и кофе пила. У Ардова, Ардова! Кира Васильевна, что ли, я не помню. Ну, новенькая из Москвы, следователь.
Я телефон не записал. Да. Ладно, все, давай, спасибо, давай. Вы мотор проверьте. Троит. Ага, хорошо, спасибо. А это Кира полицейский тоже? Следователь. А вы почему интересуетесь? Да нет, просто имя необычное, Кира. У меня бабушку так звали, Кира. Вот я и спросил. Понятно. Ну, вы обращайтесь, если что. Спасибо. Да. Олег Иванович, меня просили вам перезвонить. Да, Кира Васильевна. В общем, я проверил фермера и автомастерскую. Все совпадает. Галина после фермера поехала в автосервис. И механик подтвердил, что пока он осматривал ее машину, все это время она была у него на виду. 2 часа на виду? Ну да, 2 часа. Но там спрятаться особенно негде. Можете сами проверить. Хорошо, Олег. Эксперты подтвердили, что это был не несчастный случай. Боков упал на лодку не сам, а после сильного удара по голове. Олег Иванович, у нас однозначно убийство. Ого. Понял. Так что нужно как можно скорее опросить знакомых и коллег этого Бокова и родственников. Да, это нужно сделать срочно, как можно быстрее. Всего доброго. До свидания. Кира Васильевна. А вам уже рассказали про случай на день рождения Павлика? Еще нет. Значит, еще расскажет. Но Витя не виноват. Наташка сама напросилась. Она позвала своего бывшего, хакали глазки ему устроила. А напросилась на что? Я лучше вам видео покажу. У меня осталось. Это полгода назад было. Смотрите. А у кого день рождения? А у кого сегодня день рождения? А посмотри, что песенка на Это, конечно, безобразие, но Витя тогда очень сильно напился. А когда он пьяный, он очень ревнивый. Наташе не надо было звать этого. А кто это? Одноклассник ее, Роман Кулагин. У них, говорят, еще любовь там в школе была. А сейчас-то она уже замужем, ребенка родила, была замужем. Витя потом очень долго у нее прощения просил. А кто все эти люди на видео? А это родители Наташи, ее родственники. А вот рядом с Витей это его помощник Руслан Ахметов. Mm-hmm. Галина Петровна, а можно я это видео себе переправлю? Да, конечно, делайте, что хотите. Mm-hmm. Бабуль, ты чего плачешь? Да все хорошо, маленький, все хорошо, я не плачу, все хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Кира Васильевна, в общем, я все проверил. Нижний след на дороге оставила эта машина, а верхний отпечаток протектора принадлежит другой. Вот найдите другую машину, тогда сравним. Будем искать. Насчет врагов Виктора даже не знаю, что сказать. В каком смысле, Руслан Аминович, их что, не было? Наоборот, их было слишком много. Понимаете, официально наша фирма называется консалтинговой. Ну, а на самом деле? Ну, она более универсальная. Руслан Аминович, слушайте, хватит юлить, а? Я прекрасно знаю, чем вы занимаетесь. Я справки наводил. Долги бизнесменов выкупаете, банкротите, разоряете. У Бокова не могло не быть врагов. Я ведь не скрываю, что он использовал жесткие методы. Мне нужны конкретные фамилии. Кто мог убить Бокова? Да понимаете, в чем дело? Виктор не связывался с сильными. У него на это чуйка была безошибочная. А слабаки на убийство не способны. Не уверен. Вот если мышь загнать в угол, она укусит. Да я понимаю, я перебираю кандидатуры, но ни одной реальной нет.
Боков, даже если отнимал бизнес, то как-то не весь. В общем так, Руслан Аминович, вы мне, пожалуйста, подготовьте свой список ваших кандидатур. Да, еще один вопрос. Вы сами-то где были в пятницу вечером? Меня в Междуреченске не было вообще. А где вы были? В Челябинске. Подписывал контракты. Вернулся только в субботу. Вот у меня есть и билеты на самолет, и счет из гостиницы. Пообщался я с Ахметовым, это заместитель Бокова. Конечно, мутными делами занимался наш убиенный. Мог этот заместитель отправить своего шефа на тот свет? Да нет, у него алиби. Он в пятницу был в Челябинске. Ну и потом, мотива у него нет. Зачем? Боков ему нужен был живой. Хотя Ахметов тоже скользкий тип. Ощущение, что что-то не договаривает. Ну, дожимайте. Ага. Подождите. Я хотела вам показать видео с дня рождения Павлика Бокова. Да. Веселый детский праздник получился. Ну, хотя, с другой стороны, это пощечина. Она не может быть мотивом для убийства. Это не пощечина. Это сильный болезненный удар. А, в общем, надо проверить этого Кулагина. Идите, проверяйте. Ну, не сейчас же. Сейчас рабочий день-то уже закончился. Да. Ну, тогда завтра. Вас, наверное, семья ждет. Да, ждет семья. До свидания. До свидания. Машунь, привет. Привет, папуль. Мама вернулась? Еще нет. А Владик спит? Ну, пока не спит. Говорит, что хочет дождаться маму. Слушай, ну, может, я приеду тогда сейчас к вам? Пап, ну мне же не 5 лет. Я знаю, тебе 15. Не, ну Владик-то он же... С Владиком я справлюсь. Я сейчас ему почитаю. Молодец. Ну, ты тоже тогда ложись уже. Пап, хватит меня контролировать, ты не на службе. Мама сказала, что скоро вернется. Она с дядей Андреем уехала в кино. Ей что-нибудь передать? Маме? Ну... Да нет, не надо ничего, не передавай. Да черт! Пап, ты чего там? Да сгорела яичница у меня. Ну, отскребай. Давай. Пока. Все, давай, давай, пока, целую. Алло. Привет, котенок. Как ты? Скучаешь? Я тоже очень скучаю. Но потерпи немного, осталось совсем чуть-чуть. Мне вот обещали квартиру на следующей неделе дать. Как только дадут, сразу же за тобой приеду, обещаю. Целую, малыш. Пока. Знала, что это кто-то снял. Угу. И этот кто-то?
уверяет, что у вашего мужа были основания ревновать вас к Роману Кулагину. Да, сама была виновата. Нужно было сказать Ромке, чтобы он не приезжал поздравить Пашу. А у вас были отношения с Кулагиным? Да ну что, ну какие отношения? Мы друзья со школы. А Виктор очень ревнивый был. Вот сорвался. Угу. А вы его простили? Конечно. Откуда у вас синяки на руке? В погреб лазил и с лестницы так упало больно. Видимо, падаете вы регулярно. Дайте-ка мне телефон Кулагина. Я позвоню ему. Да, конечно. Только он сейчас в отъезде, там деревня не ловит телефон. Ничего, я проверю. Я записываю. Олег Иванович? Да, Кира Васильевна, слушаю. Я в комитет. А вы не забудьте проверить Кулагина. А я уже проверил. Проверили? Да. Отлично. Я вернусь, вы доложите. Хорошо. Вот список людей, кто мог иметь зуб Набокова. Я вам принес. Чем еще могу быть полезен, не знаю. Алиби мое подтвердилось? Подтвердилось. Вот видите. Руслан Ильич, мне все-таки кажется, что вы что-то недоговариваете. Нам стало известно, что у вас в фирме недавно какой-то конфликт был. Охранника уволили. Да, Скачкова. А за что уволили? Ну, официально за халатность. А не официально? Ну, у Скачкова с Боковым был конфликт. Какого рода конфликт? Ну, Витя ему немалую сумму денег предъявил. А что, этот Скачков способен на убийство? Ну, вы сами говорили, если мышь загнать в угол. А Скачков не мышь, он и вспыльчивый такой. Да у него, к тому же, и судимость была. Да. Ну, Кулагин, конечно, хороший подозреваемый, но он не убийца. Есть алиби? Да. Он в пятницу днем ездил на поезде к матери. Его опознал проводник. Ну что, значит, у нас нет одного подозреваемого. Есть кто-нибудь еще? Есть. Скачков Евгений Евгеньевич. Ахметов рассказал, что у него с Боковым 2 недели назад был конфликт. Боков его уволил, а конфликт был из-за денег. А Скачков этот дважды судим. Подходит нам? Вполне. А. Вызовите его на допрос. Угу. Только, Кира Васильевна, я, если можно, сначала пообедаю. Просто я как совраска весь день бегаю, я даже не завтракал сегодня. Ну, вы поезжайте к Скачкову, а потом пообедайте. Я пока съезжу к родителям Натальи. Хорошо. Макс! О, стой! Здорово. Здорово. Слушай, что случилось? Объясни, что тебе сделал Боков с нами. Да я сам не знаю, слушай, ну. А тебе тоже новость следачки не нравится? Не нравится, не то слово. Слушай, ну просто жесть какая-то. Я как этот бойник скачу перед ним. Да. Я же не спасибо тебе, не пожалуйста. Как крепостной перед барыней. Да, барыня есть барыня. Слушай, барыня это непростая какая-то. В курсе, что ее из Москвы перевели к нам после развода какого-то? А ты в курсе, что ее бывший муж – начальник одного из московских ВВД? Она и сама там была на хорошем счету. И за что ее турнули – непонятно. Да я думаю, был за что. Характер у нее стервозный. Да, да. Тут либо бывший муж нашел любовницу, либо тут… Ладно, слушай, давай, все, погнал. Приказ выполнять. Давай, давай. Держи меня в курсе всех событий. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Никитин Сергей Павлович, верно? Отец Натальи Боковой. Да, я. Вы из полиции. По поводу гибели Виктора. Да. Следственный комитет. Ардова, Кира Васильевна. Поговорить с вами хотела, вижу, вы куда-то собираетесь. Наташа просила кое-какие вещи Виктора увезти. Рыбачить любите? Люблю. Вот на выходные ездил с ночевкой.
Куда ездили? На Сылву, в деревню Кочебахтино. Да не один я ездил. С Костровым Андреем и с сыном его. Коль, кто это к нам? Из полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тогда пошли в дом. Шум. А дочь часто к вам с внуком приходит? Частенько. Иногда и ночует. Присаживайтесь. По праздникам, когда засидимся. Ну или Виктор, когда уедет. А так чего ему нас ночевать-то? У них свой дом есть. А как они жили? Нормально жили. И хуже живут. А в последнее время часто ссорились? Ну слушайте, ну кто в семье не ссорится? Да гнида последняя Витька был. Вот так и запишите. Помер, не беда. Проживем. Ну чё ты несёшь? Ну чё несёшь-то? Не слушайте вы его. У него с Виктором сразу, с первого дня не задалось. А Наталье всегда говорила, всё, что в семье, это между вами. Плохо, хорошо, людям не надо об этом знать. Скажите, а муж на с последней рыбалки много рыбы принёс? Да две рыбёшки. Я порадовалась, а то, бывало, принесет часа 2-3 чищу. Здрасте. Скачков Евгений Евгеньевич. Ну да, Скачков. Капитан полиции Вебер. Вам надо проехать со мной. А что, собственно, случилось? Ну, есть пару вопросов. Хорошо. Простите, не могли бы вы еще раз удостоверение показать? Я из-за сварки не очень увидел. Ну, пожалуйста.